Алеши? Шайтана мах... Идите сюда. На чайника. Вот это вот что такое? Вот это вот что такое? Это подоконник. Поколёдней. Подоконник должен быть вровень со стенкой. Или он должен немного выпирать? Вровень выпирать надо на чайник. Я говорю, у тебя один вариант. Либо он должен быть вровень со стенкой, либо чтобы выпирал. Либо чтобы вровень выпирал. Так почему у вас один и тот же подоконник сначала вровень со стенкой, а потом вот здесь вот выпирает? Почему? Да я тебя спрашиваю, почему один и тот же подоконник сначала вровень, потом выпирает? Я тебя спрашиваю. Я завтра приду, чтобы все подоконники были либо вровень со стенкой, вровень со стенкой, либо чтобы выпирали, понятно? Выпирали, понятно? Да и... Идиоты!